Привет, Кир. Ой, какой котик. Ага. Сейчас прям. Какие-то шарики что-то открыли, наверное. Давно уже тут не ходили. Что открыли? Аккуратно, там сосульки, отойди от крыши. А, как это распродажа. Чего-то там. Непонятно.
Какой-то туман, что ли, да? Елка еще стоит наряжена. Сюда, с этой стороны пошли. Стой тут. Все, мы сделали свои дела. Идем обратно. Зашли на площади здесь погулять. Ты что кидаешься? А я перчатки дома забыла. Хотела с тобой поиграть. Но сейчас чуть поиграем. Красота, снег пошел у нас. Ну тяжело так идти по такому снегу рыхлому. Он немножко подтаял. Температура, не знаю, 0, может, минус 1. Вот. Сейчас, может, что-нибудь сляпаем с тобой, снеговика какой-нибудь? Или не хочешь? Давай. Или в снежки поиграем? Снежки и снеговика. Ладно, сейчас мы погуляем, пойдем немножко домой и покажу вам, что я купила себе в Магнит Косметик. Новый уход купила. Вот. В общем, все. Вот такого снеговика мы слепили. Да поставь, а то сейчас уронишь. Пусть стоит. Ну, красивый? А теперь снежки. Красивый снеговик, да? Угу. Ну давай, чуть снежки пойдем, да? Еще уроки учить. Короче, пришли мы домой. День близится к концу, поэтому быстро сейчас показываю покупки и идем учить уроки. Еще дел полно сегодня. Так, купили хлеб в Магните. Вот такой вот аютинский. 27 рублей, по-моему, 28. Искала лаваш. Обычного не было. Был вот такой мини кругленький. Взяла его 26 рублей. Не знаю, сколько тут листов. 3, наверное. Буду завтра снимать быструю закуску за 10 минут для вас. Рецептик, поэтому взяла. Так, и еще был вот такой лаваш. Ремесленный, с отрубями. Ну, так аппетитно выглядит. Я решила взять его попробовать. 6 штук тут написано. На закваске, содержит клетчатку. Выпечен на открытом огне. Новинка, в общем, такой лавашек. 26 рублей тоже стоит. Недорого. И вообще тут содержит витамины ПП, В1, В2, В6, ЕА, мягкий калий, хром, медь, цинк, клетчатку. Обладает низкой калорийностью. Так. Тут вообще, короче, тут у них и социальные сети есть. И все. Все, что хочешь. В общем, буду пробовать. Думаю, что должно быть вкусно и полезно. Вот, нужно немножко за собой следить. Вы видели, я по утрам стала делать зарядку. Так, теперь Магнит Косметик. Хотела себе новый уход, потому что у меня крем такой просто увлажняющий. Он, ну, ничего не делает с моей кожей. Мне уже скоро 35, поэтому я купила себе дневной крем 35+. Взяла Нивея. Знаете, особо выбора в Магнит Косметик нету кремов. Но я думаю, что Нивея хороший крем. Тут написано ультра... фиолетовые фильтры, витамин Е, масло виноградных косточек, увлажнение 24 часа, кожа более упругая, эластичная, тон кожи выравнивается, цвет лица улучшается, кожа выглядит свежей и здоровой. В общем, напишите, кто пользовался. Ну, конечно, это такое дело индивидуальное, у всех кожа разная, но все равно думаю, что должно мне подойти. Энергия молодости. Вот. И еще не смогла устоять.
взяла вот такой матрикс-гель вокруг глаз от компании Комплимент. Долго я тут его читала. Сначала думала не брать его. Поставила, ушла, потом за ним вернулась все-таки. И решила взять. Кстати, 219 рублей. Акция была на него 18%. 219 рублей стоит Нивея. Нормально, мне кажется, для такого крема. Потому что на Озоне я смотрела, такие возрастные, антивозрастные крема очень дорого. Вообще 300-400 рублей и выше. Вот, а это 219 недорого. И вот этот вот Мезодерм Матрикс гель вокруг глаз, он стоит 109 рублей. Такая коробочка еще, блин. Необычная такая бумага. Привлекла меня. Ой, тут что-то запаковано так. Ну, конечно, он маленький. Вокруг глаз он должен быть маленький. В общем, что он делает? Тут вообще написано расслабление мышц век, капилляропротектор, биоревитализация, локализация и блокирование морщин. Тут вообще написано, короче, он творит чудеса. Расслабляет мышечные волокна, обеспечивает длительное увлажнение, оказывает восстановление кожи, способствует стойкому эффекту разглаживания мимических морщин, является альтернативой блефоропластике. Выравнивает тон кожи и смягчает ее, обеспечивает защитную пленку. В общем, буду пользоваться. И, как всегда, в одном из влогов я вам потом расскажу, поделюсь своим впечатлением об этих двух средствах. Кстати, давайте откроем. Откроем и посмотрим. Короче, у меня мой продуктивный день перерос в косметический влог. Ну, красивая такая баночка. Но я Нивею помню, знаете, с детства еще у мамы был крем Нивея. Приятно пах он. Раньше мне казался жирным. Да, тот же самый запах с детства. Еще была такая большая банка синяя. Блин, у меня грязные руки. Не буду брать. Руки не мыла я. Еще. Сейчас разложу все. Грязными руками не буду сюда лезть. В общем, пахнет хорошо. Так, буду омолаживаться. Вот. Так, на коробочку нужно выбросить. И, короче, мне списали еще 12 баллов с карты Магнит. И я заплатила 317 рублей. В общем, так. Еще какие-то купоны мне дали тут. Блок для унитаза. Масло для волос. Пантин восстановления. Короче, неизвестно, когда я туда пойду, поэтому не буду. Все, ладно. Сейчас раскладываю покупки. Мою руки. Нужно закинуть Кирюшины кроссовки, сменку постирать. И мешочек постирать и потом зашить еще. И побежали мы учить уроки, потому что уже скоро вечером, мы еще ничего не делали. Подожди, минуточку, сказал карандаш. И когда он начал рисовать вот эти уголки, мышонок закричал. Это похоже на коня. Не рисуй больше. А карандаш уже нарисовал большие уши.